Дороги! Хатифрес, что это? Мой друг, ты здесь. Я так рад. Кто это? Где Хинут? Моя жена. Кто ее знает? Замкнулась в себе. А это... неважно. Она уже уходит. Ты свинья. А, все равно скучно. Спасибо за вино. Хинут должно быть у озера. Я тебя отведу. Дай знать, когда будешь готов. Хатифрес, что с тобой? Что ты делаешь? Ты все потеряешь. Знаю, знаю. Я сейчас никому не нужен. Так стань нужным. Разозлись. Бери меч и сражайся. Я не брался за меч много лет и ввязался в это лишь потому, что так хотел Аполлодор. Он считал, что кто-то готовит заговор против нас. А теперь шаги мертва. Да, что-то происходит. Ты прав, что хотел помочь.
Я глупец. Я не хотел этого. Хинут сказал, это наш долг. Если бы я настоял на своем, Шадья была бы жива. Мы почти пришли. Там у воды есть алтарь. Шадья любит воду. Там у воды есть алтарь. Шадья любит воду. Мы там кормим цапель. То есть, любила. Кормили. Что ты делаешь, лось? Хабри? Уйди отсюда! Ня-ня. Хай бесешен гэре. Хинут. Рад тебя видеть. Хинут? Вот, так теперь всегда. Я знаю, как помочь. У нас в Сиве есть ритуал прощания с любимыми. Ты не против? Пожалуйста. Для ритуала кое-что нужно. Я скоро вернусь. Пусть оплачут дочь. Для ритуала нужно перо. Здесь рядом болото. Там водятся птицы. То, что мне нужно. Что тебе приказали, ленивая скотина? Нужно зерно вырасти. Это не моя беда. Капитан! Хинут, нет! Не надо! Я очень надеюсь, что ты не вымогаешь зерно у крестьян. Ведь ты понимаешь, что это против наших законов. Как блюстители порядка, мы оба это знаем. Верно. Скоро увидимся, блюститель.
Мой супруг, нам пора очнуться от горя. Никто больше не должен страдать. Мы можем помочь людям. Ты был воином, муж. Думаю, пришло время стать им вновь. Теперь ты и сам все видишь. Этих людей некому защитить. Это еще не конец. Стой! Почему мы не убили? Ты че? Сильнее! Не убежишь! Почему мы не убили эту египтянку? Не волнуйся. Командир приготовил для нее... Уйди! Ну! Что ты... Тревога! Бой! Дорогу! Почему мы не убили? Эмблема.
Первый раз я ее вижу. Может, Хатифрес знает? Умер, и ладно. Но он говорил о командире. О том, кто отдает приказы. Это еще не конец. Хотели убить Хинут? Смерть нашла их первой. Завидую им. Что ж, это правильно. Солдаты понимают только язык оружия. Это не все. У командира был приказ. Я нашел эту эмблему. Узнаешь? Да. Дело плохо. Это знак форта Бубастис на востоке. Им управляет один самоуверенный урод. Хинут права. Нужно положить конец страданиям людей. Баек, прости меня, но нам нужна помощь. Я помогу, но мне нужно кое-что сделать. Скоро вернусь. Шадзя, мой лотос. Больше никому не придется страдать так же. Я клянусь тебе. Прощай, мой головастик. Теперь ты свободна. Все так. Солдаты меньше из наших бед. Нужно разобраться с командиром. Мы еще многого не знаем, насколько далеко все зашло. Может, в этом замешаны приближенные Птолемея. Нам нельзя доверять Филакитам. Мы не справимся одни, нам нужен Фаюм. Крестьяне будут молчать, они боятся солдат. Но люди в гневе, и мы с легкостью убедим их. Я поговорю с тем, кому угрожал капитан. Люди узнают. Okay.
пройдешь, собака. Брат, я видел, что случилось. Небит Хинот рисковала. Я ценю ее смелость, но это ничего не изменит. Прости, но я должен работать. Мне нужно разжигать костры. Я помогу. Что ты делаешь? Зажигаю огонь. А ты настойчивый, да? Ра позаботится о твоих посевах, брат. Вот и все. Пришло время восстать против солдат. Хатифрес вас поведет. Хатифрес? Он давно забыл про нас. Его отца уважали. Он дал сыну египетское имя. Хороший поступок. Да только сын не стал египтянином. Хатифрес значит «довольный» на нашем языке. Но он не такой. Он бросил нас среди гиен и крокодилов. Крокодилов тоже можно победить. Капитана больше нет. Давай, брат, расскажи всем. Ты одолел капитана? О, да ты безумец. Ладно, если хочешь это сделать, я пойду за тобой. Я расскажу всем, брат. Думал, что все так плохо. То есть, знал, что не все гладко. Но чтобы так, все из-за меня. Я не хотел брать на себя ответственность за Фаюм. Я просто унаследовал ее. Я хотел приключений, моря. Теперь я понял. Поражение — это выбор. Но я пока жив. Они на вилле. Ты сзади. Ты со мной. Солдаты! Где ты, паршивый шакал? Выходи! Есть разговор! Похоже, что у меня нет выбора. Идем, брат. За нас все скажут наши клинки. Я с тобой, брат. И я рад, что ты снова там. Ищите смерти, псы! У него меч! Взять его! Вот это ты зря, старик. Ставки ты неплох. Ха-ха! Я еще не стар, сиванец! Да, я это вижу. Это лишь начало. Солдаты вернутся, и их будет больше. Я унаследовал от отца не только силу. Могу нанять армию, если понадобится. У меня есть мысль получше. Баек, может, составишь мне компанию в пути? Я готов. Идем. А вы хорошая команда. Мой Хатифрес не растерял свой пыл. Ты им гордишься. Ха-ха-ха. Сейчас он такой же, как во времена нашей юности. Прочь с дороги! С дороги! Куда мы идем? Здесь рядом лагерь мятежников. Он на востоке отсюда. У форта Бубастис.
Мы должны поговорить с ними. Мятежники? Не боишься навлечь гнев Александрии на нас? В Александрии знают, что такое интриги на Джай. Нередко бывает, что за услуги платят защитой или информацией. Такие союзы необходимы, пусть даже официально и не разрешены. Дороги! Уйди! Ну! О чем шла речь? Сюда. Лагерь там, впереди. Надо быть начеку. Мятежники не очень гостеприимны. Я предупредила. Они ожидают нас. Я Хинут. Вас предупреждали, что мы приедем из Филадельфии. Нам нужна помощь. Вы приехали зря. Мы не можем помочь. Нам есть, что предложить взамен. Ведь вам нужна помощь. Припасы, информация. За это мы просим лишь одного – защиты для нашего народа. Это невозможно. Нашего лидера схватили на плотине. С этим мы вам поможем. Со мной Баек из Сивы. Ты Баек из Сивы? Мы знаем о битве на арене. Мол, гальских братьев убил безумец. Похоже, что сегодня я вновь буду безумцем. Что ты? Зараза! Выдыхаешься? Спасибо. Ты так смело ринулся в бой с солдатами.
Не боишься греков? Я боюсь Сивы. И я боюсь только за Египет. Безумец Сивы! Я о тебе слышал. Ты один сражался на арене, как раненый лев. Нек! Раз ты с нами, сы Птолемея уже обречены. Твоя помощь мне тоже пригодится. Я за подмогой! Твой час пробил! Я бы насладился твоей предсмертной агонией! Же. Беги! Ну! Спасибо. Ты так смело ринулся в бой с солдатами. Не боишься греков? Я боюсь Сивы. Только за Египет. Безумец Сивы! Я о тебе слышал. Ты один сражался на арене, как раненый лев. Нек! Раз ты с нами, псы Птолемея уже обречены. Ладно, продолжим. Твоя помощь мне тоже пригодится. Я за подмогой! Меджай, поторопись! Хай позишн гере! Хиреф, вы инесет! Путь назад свободен. Но у меня есть одна просьба. В лагере тебя ждет Хинут.
Ты должен будешь защитить ее людей. Ты спас мне жизнь. Даю слово, что помогу ей. Передай ей также, что я иду в форт Бубастис. У меня есть дело к командиру. Ты идешь против целого гарнизона? Ты спятил? Возможно. Я же Баека Сивы. Кто-то еще напал на форт. Кажется, весь Фаюм пошел против командира. Эй, ты! Стой! Ну,
Горны. Голоса. Кто-то еще напал на форт. Кажется, весь Фаюм пошел против командира. Сейчас подстрелю! Я прорвусь! Крепкий ублюдок! Сейчас пробим. Кто-то еще напал на форт. Кажется, весь Фаюм пошел против командира. Сейчас
Конец его злодеяния. Найду хоть фресу. Тебе конец! Прекрасно. Крестьяне вышли на улицы и отвлекли солдат. Как бесстрашно. Мятежники тоже помогли. Безумный сиванец. Вот как они тебя зовут. Теперь поля под защитой. Ты воодушевил людей. Люди не позволят новому крокодилу занять Фаюм. Теперь они свободны. И это хорошо. Хатифрес, вспомни, что значит твое имя. И что значит быть мужем? Знаешь, Шадзи, ты понравился сразу. Здесь тебе всегда рады. Баек из Сивы. Дожили, безумцы на улице. Thank you.
Стой! Стоять! Убитые крокодилы в Крокодилополисе. Боги, это подпольная кожевня. Мумии набиты золотом и ценностями. Куда их везут? Судя по меткам, это судовой груз. Мумии, жалкие поделки. Мерзкое богохульство. Их развесили как белье. Вот почему дверь заперта. Тайное богоубийство. Горы золота. Кто-то неплохо на этом зарабатывает. Кто-то убивает крокодилов и мумифицирует их. Недолжным образом. Чудовищное святотатство. Контрабандисты используют мумии как мешки. Набивают золотом и увозят тайком. Мамон. От одного запаха воротит. Я убью их. В Египте нет преступления страшнее. Нужно положить этому конец. Я выясню, куда отправляют мумии. Неподалеку должен быть порт. Нужно спасти его. Но ведь так нельзя. Нельзя! Убить детей Себека? Начинить их тела нечистым золотом? Кто мог пойти на такое? Ты не убежишь. Вот ты где! Спасибо, Меджай. Ты спас мне жизнь, но, к сожалению, страшное зло уже свершилось. Я видел кожевню и мумий. Я знаю, что делают с крокодилами. Так значит, видел? О, Себек, это просто немыслимо. Я Падиасе. Я служу в храме к югу от города. Прости. Я должен идти. Мне нужно помолиться. Молитвой здесь не обойтись, жрец. Надо действовать. Я видел метки на мумиях. Похоже, их возят по воде. Вот как? У нас есть трирема. Она ходит на юг по торговым путям. Делай, что должно, Меджай. Храни тебя, Себек. Но прошу, довольно кровопролития. Кровопролития не избежать, как ни крути. Надо найти грузовую ведомость. В ней написано, куда везут мумии. Каждый год сотню
от голода? Где же Себик и его жрецы под Халима? Где обещанная нам защита? Что он делает? Позволяет жрецам разъедаться на подношениях бедняков? Чего богам помогать египтянам, если они не помогают друг другу? Нек, даже Себик отвернулся от нас. Что ты? Ожидает хорошая трепка. Перебьем всех, кто сунется. Обещаю. Что-то здесь не так. Больше быть не что? Сейчас ты подстрелю! Ну уж нет. А, ты не убежишь. А! Зараза! Ведомость. Груз для лагеря у Трирема на мели, что на западе. Значит, культ связан с солдатами Птолемея. Деньги, власть, продажность. Ничего нового. Нужно отправиться в лагерь и все узнать. Боги любят щедрых людей. Thank you.
Лагерь у Трирема на мели. Пожалуй, стоит начать путь. Не понимаю, почему мы должны опекать этих зверолюдов? Что ты? На куски порву! Mm-hmm.
сундуки с золотом. Похоже, что их задумки не один день. Детей Себека набивают деньгами, как мешки. Вот мерзавцы. Переписка капитана и Сахитяпа. Опять семьи? Подиасе должен об этом узнать. Едва ли ему понравится. С дороги! Что произошло? Да найдете вы путь в земли Дуата. Да будет себе. Меджай! Опоздал. Люди Сихитепа пришли за мной. Вот как. Неплохо для миролюбивого жреца. Я не всегда был жрецом. Я думал, все это в прошлом. Мы с Сихитепом вместе обрели веру. Вместе пришли в храм. Я знал, что он страдает так же, как я. Но я должен его остановить. Не пятнай себя кровью. Хотя бы ради культа. Жрец оружием не лучшее зрелище. Я сам справлюсь. Ты прав. Ты найдешь его в северном храме. Встретимся снаружи. Вот он! За Сихитепа! Это тот настырный Меджай! На перерез! Обходи! Держимся вместе!
главный храм Себека. Сихетеп внутри. Он готов к нашей встрече. Надо действовать аккуратно. Подиосет обрел помощь сильного союзника. Ну вот и все. Как часто вера граничит с вероломством. Нужно найти Подиосета. Что? Тебе конец! Вот ты где! Что ты... Миджай справится? Сихетеп избрал смерть. Он сделал выбор. Сегодня я потерял брата. Если бы я не медлил, все могло быть иначе. Вера должна быть деятельна. Таков мой урок. Мы восстановим все, что разрушено. Но как быть с солдатами? Они тоже приложили руку? Как и всегда. Но будь сильным. Сегодня они тоже получили урок. Себек может дать отпор. Спасибо тебе, Миджай. Пусть Себек хранит тебя. Эй, ты! Стой! Дорогу! Все Себека якшаются с прихвостнями Птолемея. Мы платим им из страха. Вперед, вы идосы! Рад встрече. Поторгуемся? Ладно. Продано.
Наш Миджай вернулся. Понадобилось что-то еще? Да, сам знаешь. Послушай, Реда, где твои родители? Это долгая история, сыне. Александрийские филакиты поймали их на краже и сварили заживо в бронзовом быке. О, Анубис, мне жаль, Реда. Забудь, боги их забрали, зато дали мне верблюда, Амона, мою гордость. Я брожу по пустыне и любуюсь закатами, когда захочу. И это моя свобода. Ясно. Как всегда, твоя мудрость не перестает удивлять. Да, Сирис не слушает стенания слабых. Хочешь что-то купить или продать? За золотом будущее. С дороги! Что делать? Говорят, на караван напали и забрали все товары. Если ты сумеешь их вернуть, я в долгу не останусь. Сразу накинуться. Эй! Тебе здесь не рады! Иди отсюда! Что? Thank you.
встретил Реда. Пора сообщить ему. С дороги! Дорогу! Что ты делаешь? Уйди! Ну! Молодец, Меджай! Вот, держи, это тебе. Thank you.
Шенгерех. Миханамес. Ханамес нафет. Что-нибудь приглянулось? Был рад встрече. Ну, мы с Нил Джерианг.